Андорка опять заработал бабла для своей команды. И они имеют преимущество. С прошлого раунда, 183 выпуска, у нас была ничья, по-моему, да? Да. В Lunar Bally тоже на Личу переиграли. И после IQ-тестов с этими с тестами автомобильными мы на ничью опять же вышли. Сейчас садится за руль главный начальник. Ты готов за рулем порулить? Я вообще без понятия, вообще такое. 3D-инструктор. Автомобильный да, симулятор. Сейчас будешь в машине ездить. Сдавал на права? Когда-нибудь. Нет, вспомни GTA. Ну да, да, да. Только да, от. Да, я по GTA учился. От первого лица. Да, там тоже от первого лица. Пятый. Нет, от третьего. А, подожди, от пятого, да? Пятый уже от первого сделали. Так, ну, настройки. Сейчас управление. Газ, тормоз. Влево-вправо, поворотники, левый поворотник будет Q, правый E. Свет у нас будет Z. И вот у нас стояночный тормоз. Это F, ладно, ой, следующая передача. Да, включить двигатель будет... R. Так, нейтральная передача, габаритная, аварийная сигнализация. Это через обод играть? Да, 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 да. Ремень безопасности. C. То есть получается у нас Z. X. C. Ремень безопасности. Поворотники есть. Свет есть. Задний ход. Задний ход это. Реверс. R-ка у нас. А двигатель F сделаем. Да. Так, Анторкин, облачко под рукой? А? Да, да, да. Чё такой грустный? Чё случилось? Не знаю, что-то жарко. А, мигалку как дадут? Ну, как будете водить, так и дадут мигалку. Так, все, облачко поднято. Управление WSAD, поворотник влево, поворотник вправо. Следующая передача 1, 2. X у нас стояночный, то есть ручник. Двигатель заводить буковкой S. Первая передача у тебя пустая. Первая передача. Ну, давайте вот так сделаем. Мы все равно будем водить... На автомате. Да, он так бы сразу и сказал. Так, дальний свет. Ага, поворотник. Звуковой сигнал, буковка О. Без разницы, ремень Т. Дворники, табуляция. Давайте дворники сделаю на букву Т. Все, посмотреть направо. Камера. Это водит, их сразу не фиг запомнишь. Не, я сейчас все объясню. Так, карьера. Наша задача затащить вторую звезду. И получить третью. То есть нужно выполнить задание, чтобы получить достижение движения в городе. Так, выполнить это задание, заработав не меньше 5 штрафных баллов, чтобы получить достижение в городе. Не нарушаем. И за 5 минут или меньше, чтобы получить быстрее всех. Готов? Да ты кто знает. Врум-врум-врум. Давай. Так, управление передал на тебя. Почесал палец. Ах ты, блин. Живает укус. Меня оса укусила. Уже так, третий. Может, экспадр я могу поставить. Да ты экспадр с клавой играй. Ё-моё. Одной левой, ты говорится. На машинках с клавой это всегда извращение. Да нет, подожди. А... Так он четче, плавнее нажимается все. Больно. Так, не менее 5 штрафов. Там было написано не более. Ну, не более, да. Я пошутил, это у нас механика. Да я вообще не вижу. Так, ручник, фары. Клацаешь. Так, это ремень.
Ремень у тебя прищелкнут, а ручник сейчас нажат. Сейчас отжал ручник. Двигатель буквой F. Ищи Серегину дачу. Выезжай, давай. Так, завел, красавчик. Нет, а, во, я не слышу, завел, не завел. Вот. Включите ближний свет. Свет включить надо было ближний. Какой ближний? А какая? Ближний, дальний. Вот он, да, включил. Ё-моё, я не вижу вообще, ну чё обзор такой никакой. Не был включён левый поворотник при перестроении. Как-то не был, был включён, ё-моё, включал его. Ты перестроился сразу в левый ряд. Да. А на правый. Давай одну попытку на тренировку, а потом будем. Когда уж на реальную машину пересядем-то? Вау! Это я посмотрел по брику. Как ты это сделал? Ты переключай передачу, алло! Нет, не ту. Мам. Так, вот вторая, да. Аккуратней, бордюр. А, нам наплевать. Вообще. Неплохо, неплохо, красава. Андрюха, тарань всех. Так, тарань всех. Поворотничек. Вошел в поворот. Четко. Ну реально проще в несколько раз. Ты куда гонишь? 60 километров разрешено в городе. Да. Плюс 10. Намного легче. Правый поворотник при перестроении. Что это было? Не был включен левый поворотник при перестроении. Ты что делал? Увеличьте дистанцию. Только перестроение отстаньте. Давай, мужик, где? 2 часа ночи. 2 часа ночи? У тебя реально 2 часа ночи сейчас? Ну не 2, но 10 на 12. Так, все, зеленый. Посигнали ему. О, как классненько. Лайка боженька. И давай жгем, жгем сцепление. Давай. Я забыл на что переключаться. Тут нафиг, думаю. Так, поворачивай, поворачивай. Сейчас поворот, сейчас поворот. Ох, хорошо вошел, а. Был. Не был. Пожалуйста, не езжайте по тротуару, товарищ. А чё они по такие дороги ушли? Это очень-очень трудно. Всё, в клеточку. Так, нормал, нормал. Ты по светлой улице сейчас чешешь. Куда летишь, алё? Так, чё ты делаешь? Черепаха, что ли, ползти? 40, 45, 50, держи всё. Сейчас направо. Я уже подсказываю. Я нажал кнопку поворотника. 160, держи. Я не выезжаю за пределы правой части. Что ты гонишь? Такой недовольный. Он, видишь, тебя пропускает. Снизьте скорость. Куда снизить? 60, держи и все. Думаешь, легко? Я 50 всего лишь даже, я до 60 не добрался. Вот, вот, 60. Да куда ты помчал? А, это не я, это скорость. С горки притормаживай. Гаишник, тебе даже с горки не дают. Так, круговое. Круговое главное. Ну ты смелый, чувак. А где тут гаишники, стоящие за углом? Увеличьте дистанцию. О! О! Маньяк! Андрюк, это реально? Видишь, кто выехал на улицу? Как ты думаешь, гаишники будут его ловить или от него шарахать? Где гаишники-то, я их получу, блин, ему как-то так делать. Рули, рули. Глядя на то, что на экране, я еще раз понял, почему я не хочу машину, не хочу
выезжаете за пределы, выезд за пределы проезжей части. Да нахуй ты. Давай сначала, теперь ты понял, как играть. Ой, не играть, да. Понял. Водить. Подожди, сейчас управление еще раз. Чтобы картинку поменять, чтобы тебе удобно было. Тихо. А что такое? А, все, кино не будет, электричество кончилось. Я поломал игру. И вы консоль нажали, все в порядке. Да. Ближний свет, дальний свет, тот свет. Так, переключение камеры. Мне надо будет. В. А это не надо нафиг. Посмотреть налево, КЛ. Вот это чушь собачья, что на мышку не забыл сделать? Вот. Так, скриншот машины и загрузка машины. А где это зеркало? Где зеркало? Зеркала нету? Чем без зеркал ездим, что ли? Нормально. Влево запили. Вместо зеркала у тебя есть функция повернуться влево, повернуться вправо. Да. Понял? Используй их. Используй силу, Андрюх. Нафиг она не нужна. Вон буковкой В теперь ты можешь машинку крупно делать. Это ты. Сидит. Не вижу. Вижу. Завел паркинг и фары. Так, и фары. Вот есть. Все, красава. По нулям. Поворот не включен. Посмотрели налево. Никого нету. Убери. Я тебе помогаю, ё-моё. Ага, я сейчас видел и проезжай часть. Свет включил. Да, включил, передний, включил. Поворотик выключил. Еще долбит. Не знаю, он что-то это самое. Ты реально джойстики сейчас гамаешь? Не. Так, смотри, 60 держит. Красава. Ласточку, как он ведет, а ты посмотри, да. А. Так, поворотничек. Только как изначально он на этой ласточке выезжал по тротуару. Тихо, никто не видел. Так он представил, что он пешеход. Здесь быстрее, да? Через парк срезать. Аккуратно. Ну чуть-чуть бортики, за это вообще что за фигня ему? Все такие. Габариты. Ты. Знаешь, какая у тебя машина, какая дорога широкая? Че ты паришься? Всё, он может когда ехать. Вон, куда он поехал, ёбан? Вот так, нормал? Пойдёт, ёбан. Да, Сань, было дело. О, поворотнички. Той красный, чувак! Фу! Я в машине, знаешь, облобовой этот. Зачем? Ты смотри еще сколько его, блин, до этого красного, ё-моё. Ну плавненько, вот это как раз тормозной путь, плавненько. Куда она с третьей будешь стартовать-то? Да я вот. Да, с первой. Да в первый раз попал на солян. Окей. Не, там гифка мне нравится, там где этот самый... Из криминального чтива рукой разводит, Snoop Dogg крутит колесо свое, то есть все в одной комнате, а Ван Дам стреляет во всех подряд. Дай телочку пройдет. Девушку подвезешь, нет? Тупо. Проезд в неразрешенном направлении. Как ты, это? Ты выезжал с правого ряда, а въехал в левый. Ты читер. Надо было справа в правый. Тебе сняли. Ментов все равно не было. Он налево. Ментов не было. Так, поворачиваю. Ну, нормально. Да вы достали свои. Дорога широкая, а ты по тротуару ездишь. Да потому что именно джойстики это надо играть нафиг, я понял.
кто это придумал. По-моему, на клавиатуре играть надо. Выезжайте с пределы проезжей части. Выезд на встречную полосу с пересечением размера. Что-то она вообще его... Водила пьян. Так хорошо все начиналось. Да потому что фигня все это. Жека, облако у тебя? Жека, облако у тебя? Не. Давай, качай, ждем. Правее чуть-чуть. О, сейчас поворот. Поворот. Увеличьте дистанцию. Какому пешеходу? Откуда пешеход? Ты видел там пешехода? Чёрт. Телепорт появился из ниоткуда. Телепорт. Ты едешь по широкой улице. Я помню, как на этой машине ездил с педалями. То есть у меня не было джойстика, но у меня был настоящий руль, коробка передач и три педали. И как я парился... Нет, тогда будет еще проще. Нет, сложнее. Я завести машину не мог. Надо было выжимать сцепление и переключать передачи, и отпускать сцепление, выжимать газ. Блин, как я это... парился в этот момент. У меня глохла постоянно машина. И что в итоге? В итоге я купил коробку автомата и вообще забыл про сцепление. Так, за скорой, давай. Ван, ван. Реально скорость. О, 912 МО 77. Орегон 77. 77 Москва. А из левого ряда надо поворачивать. Ну кто ж знал? Здесь ты можешь. Ну вот, да. Ты можешь здесь по любому ряду ехать, это одностороннее. Давай, осталось чуть-чуть, осталось чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Это не похоже на Москву. Вот так вот. Появился. Все все Андрюху боятся. Я помню Москву не такой. В собрании сразу им по общему оповещению сообщил. Не был. Летняя утница, школьная. Припаркуйтесь справа. Справа, это встреча. Оставьте машину на стояночной, выключите двигатель. Ну чё? Да я вообще красавчик, ё-моё. Всё, завтра заправляем, пойдём. Скажу, алё, где мне? Так, у тебя 4... 16, короче, ошибок из 20. Жека, готов помочь Андорке? Ты не готов. Так, все, ты здесь, в эфире получается. Сейчас все расскажем и покажем. А я даже не знал, не то, что не помню. Смотри, давайте в машинку посажу. WSAD это у нас стрелочки, ну, то есть ехать влево, вправо, вверх, вниз. А цифры 3, 4, 5, 6, 7 это переключение передач. Двойка, нейтралка. 3, 4, 5, 6. То есть 3. Ну можешь вот. Точно так же 2 это переключение передачи вниз, а единица переключение передачи вверх. Все просто. Потом Z это фары. Z, внизу вот эти три кнопки. X, ручник. C, ремень безопасности. Английская F, завести машину. Все, КЛС, смотри по сторонам. Давай. Да получится.
тебя получится. Активное окно? Или ты на джойстик настраиваешься? Ну, скорее так, всего, джойстик ставит, сейчас всех победит. В это изменение вида. Завел. Фары, фары забыл включить. Z, фары, да, есть. Какой балбес только придумал, где он фары включает. Стоп, 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 стоп. Переключи, переключи. Единичкой. Один нажми. Тихо, тихо, на нейтралке газуешь. Единицу нажми. Да. Q и E поворотники. Е направо, Q налево. Не выезжайте, выезд за пределы проезжей части. Не торопись, не торопись. Красиво начал. Ну так. Так, давай, ручник, ремень, зажигание, фары. Столько гемора. Пол, все, и глаза закрывай, я закрытыми все ехал. Да, представь, столько гемора. Джек, давай, 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 вернись. Активное окно. Ага. Ага. Так, передачу. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Из машины будешь? Понял. Это ты. По-моему, он сильно самонадеян. Не выезжай, выезд за пределы проезжей части. Так, молодец, не торопись, все хорошо. Че ты ржешь, это твоя команда. Ну и че теперь? Че, мне плакать, что ли? Страдать, убиваться. Упиваться. Ну все, пошел вешаться его. Так. А, не, влом. О, смотри, повернул. Правда, без поворотника, но все, повернул. Погнали, да, погнал, он сделал это. Даже не был нарушение. Не был включен правый поворотник при перестроении. Это что было? 4 нарушения. Нарушение 4, да. Подожди, ему в попу что ли въехали? Да хрен же, может быть. А, не посмотрел налево. А, ну да, по левому ряду кто-то был. Так, ну давай, четвертая попыточка. У тебя получится. Я вот, по-моему, он хочет за минуту проехать. Это в другую сторону, там как раз вот это место парковки сразу же. Так, свет есть. Воу, поворотник еще. Небо включу, есть на встречную полосу. Нормал, нормал, ды. Небо включен правый поворотник при перестроении. Небо включен левый поворотник при перестроении. Все. Все, теперь можно ехать. Свои права. Вот мастер GTA, ёлы-палы. Чувствуется. Сразу видно, но... На второй проскочил. Хрен ты проскочишь, у меня стаж в GTA 10 лет, да? Это ракета. Включен правый поворотник. Это ракета. На нейтралке. Снизьте скорость. Увеличьте дистанцию. О! Серёха, а что, машины автомат нет? Только ручник? А, это если в свободное движение. За пределы проезжей части. Полное кольцо, главная дорога. Жек, еще будешь? Жек? Фиг его знает. Не, ну давай. Да не мешай, без тебя разберемся. Ты сопливый, да? Ну что, давай еще одну попыточку. Ну, еще раз. Только это, с первоинструктором выкини рядом сидящего. Да-да-да, чтоб не фиксировал нифига ничего. Надоел реально. И погнал, ё-моё. Так, ручник. Закинь. Завёл передачку. Передачку. Передачку передайте, пожалуйста, в тюрьму. Ага. Доездился. Докатился. О, менты, нет. Догоняй. Так. Не выезжайте сильно, за пределы проезжей части. Там, молды. Не был включен левый поворот при перестроении. Там. Снизьте скорость. Шумакер. Не был включен.
включен левый поворотник при перестроении. Не был включен правый поворотник при перестроении. ЖК опасный водила. Бомбила. Бомбила. Да-да-да. Эй, слушай, да, до центра за 200. Да он просто на этом GTA давно не играл. Что докопались? Увеличьте дистанцию. Вау! Это круто. Я уже прошел вторую. Это круто. Блин. Там правила. Я хочу еще посмотреть на это. Вон лайки из чатика, пошли лайки по полному правилу. Жека тащи называется. Ага, и тут лайки полетели, да? Да. Курлы. Так, смотри как уже, заправской рукой. Оп. И поехали. От бедра. По колесам кинал. Ох ты, смотри как, четко повернул. Смотри, а, без единого нарушения. Ну, значит, по колесам кинул. Третья передача, скорость набирает. Давай. Давай, милая, давай. Третья здесь нафиг не нужна. Тихо. Повели сплоза. Не был включен. Не нажимайте эту кнопку. Не был включен правый поворотник при перестроении. Вау! Я такой пытался это пробить звуковой барьер, да? Да. Ну на третий сам Бог велел на перекресток въезжать. Давай еще. Я в кино видел, там как все делают. Так по прямой зачем стало по кругу ехать? По прямой. И дальше поехал. Мне просто было интересно, какая максимальная скорость у нее. Да давай свободное движение выберу для тебя, посмотришь. Будь так, свободное вождение, легковой, ручной. Да, пассажи там с небоскреба на небоскреб прыгали, делов-то, блин, а тут какой-то. Современный район, автомобиль у нас. О! Божественная машина. Удачи. Лада седан. Баклажан. Глубокая ночь. Все максимально просто. Все для тебя. Машин почти нет. Ну, короче, стандартная московская ситуация где-то примерно в 6 часов вечера на выезде из города. Да, пятница именно. Все шляются, машин дофига, тьма, причем это зима. Во, один в один. Давай, Жека. Верка знает, о чем говорит. Люди в черном. Движок заводи на F и погнал, ё-моё. Ремень для лохов. В черном. Ремень для лохов. Так. Я тут, Серёг, немного шалю у тебя. Люди? Не видел. Ох, как озорно, а! Пара-то включи, блин. В темноте кромешной. Ооо! Сваливай пока. Да сваливай быстро, заднюю включай. Давай заднюю. Давай, газуй. Вперед нажимай. Так. Я как будто в Париж попал, там точно так же паркуются. Мне швали, менты приедут же. Да! Его зажали, по-моему. Точно. Включай поворотник, чтобы перестроиться. Нет, это они попали в ДТП. Запрещающий сигнал светофора. На красный! Воу! ГТА, не слышал. Мужик удивлен. А это еще и Беха. А, Мерседес, да.
Вот, здесь свободная стоп, полоса. Сигнальная. Вот свободная полоса. Ну да. Опа! Подрезал мужичка. Олени иногда попадаются. Сейчас братки подъедут, подрежут нашего мужичка. Причем он на Жигулях таких. Козырных. О, блин, все равно на дорогу выезжает. Скажите, на пятой скорости. Опа! Правый поворотник при перестроении. Это, думаю, немножко другие проблемы. Не выезжайте за пределы. Вот переведи на первую ступень, что нормально. Набрало скорость. Давай проскочим. Да тут не только стоп-хама, тут вся королевская конница. Дам в аренду дом, который можно легко разнести в этом режиме. Так, ну. Задние, отъехали. Хорошенько так отъехали. Водитель, а он по зеркалам, ё-моё, блядь. Бог есть. Вы попали в ДТП. Это я по зеркалам. Как только права получил, меня сразу танька в центр. А! What the fuck? А где кровь? Кишки? Да-да-да-да-да. Ты убийца. Увеличьте дистанцию. Если у нее. О, выходи, прямая пустая. Давай, и погнали. Давай, пока пустая, прямая. Правый поворотник при перестроении. Так, третья. Четвертую. Четвертую. Рановато четвертую. Значит, на третьей не разогнался. Давай, спортивный режим. Уа, прай! Блин, столбы понаставили, а. Если что, столбы-то не сбивают. Да. Они противоударные. Столбы. Ну это. Это что ж за игра должна быть, чтобы столбы сбивались? Увеличьте дистанцию. Это Вася. Наезд на пешехода. Наезд на пешехода, слышали? Выезд за пределы проезжей части. Слышь, пешеход, что ты ходишь, а? С какого района? Пип-пип, мазафака. Вот это я понимаю. Что, ноги купил, ходить не купил, выезд да? За пределы проезжей части. Не был включен левый поворотник на перестроении. Не выезжай, выезд за пределы проезжей части. Бац! Ладно. Это количество пешеходов решил это самое побить. Да, собрать копилку. А он задавил там кого-то, да? Проезжей части. Кто это играет? Бабка. Слышь, Кармагеддон, алло. Выезд за пределы проезжей части. А людям-то пофиг. Подземный переход. Ну, кстати, на метро доедет быстрее будет. Это подземный переход, ё-моё. О, лежит. Пол. Лежит мент, мешается, да? А что интересное, они сделали лишь, ничего не видели. Показал. Вы попали в ДТП. Не был включен. Зато тебе представляют, катаются эти дети чиновников. На ручнике сейчас будет рулить. А, ну да, ручник включен. Тихо, сейчас главное показывать посильнее. Твою! Ну, газели ты не любишь, да. Зачем ты пристегнулся? Отстегнись. Да. На! О! По крайней мере, свой ряд встал. Че они тут все стоят, ё-моё? Я бы сказал, в свое место. Попали в ДТП. Увеличьте дистанцию. Один решил свалить. Ну его на сечением разметки. Увеличьте дистанцию, выезд за пределы проезжей части. Нифига машина. О, почта Калинина. Да ну да. Ну очень похоже. Вы попали в ДТП.
О, нашелся-таки место. Не выезжайте за пределы, выезд за пределы проезжайте. Жди меня у третьего подъезда, называется. Ага. Машинку подъезда, выходите с звоночком. Да-да-да-да. За пределы проезжей части. Подъезда. За пределы проезжей части. До пятерочки. Пробку объехать решил, ё-моё. Всё, даже нельзя, ё-моё. Всё, хватит издеваться над нами. Димыч, ты готов? Давай, покажешь класс? Нет. Почему? Трафик убери. Фары, X, ручник. С ремень или что С? Z свет, X ручник, C ремень, V вид, F двигатель. Все равно неудобно управлять. Хотел поездить хотя бы вне трассы, но неудобно. Ну сейчас определишься. Подождите. А это 4 смена памперсов. Подвести это R. Что? А как завести R? F, F. Фа-фа. Фа-фа, да. Она же А русская. Ну, фа-фа. Да. Логично. Прекрасно. Так, QE это поворотники. Мастер быть ужасным. Один это передача вперед, два это передача на это меньше. Так, не туда нажимаю. Так, вот так, вот это. Это у тебя задняя, реверс. Я не знаю. Единичку жми. Так, давайте мне планировку. Один жми. Ну, так, единичку, это у меня вот так. Так, нейтралка, вот, первая. Ласточка затонирована. Она еще и не занижена. И не занижена, да, почему? Косяк. Так. Лежачий полицейский в виде тела. Ты прям там реально готовишься. Ага. Ты еще заодно знаки выучи. И фары. Фары-то включи. Фары. Фары. Напомни. Красный треугольник вниз. Зацепи дорогу. Поворот направо. Синий крик. А я нажал Z. Вот, все, теперь есть. Вон свет включил. Катафары, да. Так, теперь фа-фа жми. Фа? О, поехал! А, поехал! Едешь? Вроде поворотник! Поворотник, не забывай! Мне тренировку, я что? Поворотник, не забывай! Поворотник! Ку-е! Ку влево, Е вправо! Рядом со стрелкой. Главная дорога. Е вправо, что? Ку и Е! Ку влево, Е вправо. Где у тебя лево, где у тебя право? Погнал. Я не понимаю. Что-то Ку... геймпад, не хватит кнопок. Так нельзя, блин, на геймпаде играть. Кстати, двигатель завести, ручник и... Цвет с ремнем можно было на клавиатуре оставить, а на геймпаде оставить те кнопки, которые используешь при езде. При ручании я не могу, не дослышу. Тут что надо? Назад. Терка, ты для извратов подсказал, что ли? Да нет, кстати, так... Что? Если ты как... Ну, играешь на клавиатуре, окей, то и, соответственно, все кнопки у тебя должны быть на клавиатуре. Если на геймпаде, то на геймпаде. Это потому что дико неудобно. Так, эти-то кнопки в самом начале нажал, и все, и больше не нажимаешь их. А когда ты играешь уже в процессе, то нужно использовать те, которые часто используются. Это поворотники, газ и... Ну смотри, тебе ж, ну ездишь ты на ВАЗ, да? Да. А поворотники включаешь на геймпад. Это удобно? На вторую скорость. Нет, подожди, ездишь ты на стрелочках геймпада. А, я еду на стрелочках геймпада, да. Ну а вообще на это, триггеры можно настроить. Да, поворотники на триггерах. Вернись на первого, выжми на бампера. Потом на вторую переключишься. Который выше. Не отпускай газ.
Учимся кататься по дорожке. А, Максюш, ты, кстати, следующий. А чё, как? Я вообще ж водить не умею. Так вот, Димыч как будто первый раз, как будто всю жизнь водит. Поворот не включай, налево поворачивай. Угу! Макс, не поверишь его, но я до этого в ГТА катался и в мафии. Ну так я тоже там. Ну вот. Эй! Три? Перестройся в левый ряд. Я бы налево сейчас поворотники. Поворотники включать не забывай. Налево сейчас, налево. Кому они нужны эти поворотники? Не уважайте за пределы проезжей части. Ух, убийца. Вот, Макс, лучше так, чем в городе. Сидеть с цветами около койки за это пострадавшего. Да-да-да. Есть на камере, понимаешь. Вот запомни лицо этого, ты его убил. Он тебе в виновен ночью. Давай, поехали. А скольких я переехал? Да ты уже царь ада, блин. Так, все. Поворотники не забывай. Я тут по тротуару старался ехать. Да, там никого нет. Молодец, молодец, нашел. Знак говорит поворот направо. Это R? Нет, не уверен. Вот. Так, ручник. Так, это поворотники. Куе, куе, на шифты их настрой и все, куе у тебя был. Иди сейчас. Так, хорошо. Неплохо. Так, ручник. У меня тут не работают эти кнопки. Поэтому я настрою на всех и старт. А я не вижу. Я же на... Не знаю. Это не. У тебя аккумулятор не сядет? Алло, фары он включил. Заведи машину. Эй, фары. На F. Ручники без ремня. Через лобовое. На выход. Да-да-да, через аварийный. Выдавите стекло называется. Кто там балуется, алло? Давай едь. У тебя двигатель заглушен, ты стоишь на ручнике с непристегнутой к ремню. Вот, поехал. Вах, молодец, парень. Но зато он не забывает переключать поворотники. Молодец. Так, вот сейчас переключить поворотники на второй. Подожди, это не поворотники, это коробка передач. Ты не путай. Шкаф с магазином. Мне 17 лет. Я еще не сдавал на. Вот, давно пора. Все, правила знаешь, в прошлый раз теорию вместе мы сдали. А нет, мне 16. Вот, видишь, даже в паспорт посмотрел, сколько лет. Нет, подростков. Чего вы не хотите? Ой. Так получше будет? Да, так, наверное, будет лучше. Вот представь, в жизни ты так будешь ехать на машине. Мне бы... На парашюте за машиной сзади так вот. Нет. Это дом будет сзади лететь просто за машиной. А, на квадрике, да-да-да. Ты со смартфона будешь. Круто. Сидя на заднем сиденье. Так, аккуратно. Не заезжай. Давай, даже я за тобой смотрю, нервничаю уже. Ногти так... Не выезжайте за пределы проезжей части. Вот, но не засчитали, видишь, значит ты чуть-чуть только коснулся. Круговое междурядье. О, смотри, поворотник даже включает. Это я. Да не мешай, пускай он сам. Потом ты будешь. А как поворотники включать? Куе! Е и ку. А, куе. Куе, да, полное. Правая, слева от кнопки газа. Как это? И что это делает? На что это влияет? Блин, я не хочу, чтобы он больше водил. Вообще никогда. Меня бесит эти люди, которые поворотники не включают.
не выключается. Слушай, зачем включать поворотники? Да! И на что это влияет? Вот я даже представил эту картину, когда едет этот паразит, и прям, знаешь, да из первого ряда в пятый. Без поворотников. А на что это влияет, а? Ну, обосраться, не встать. На что это влияет? Стой, красная. Да хватит играться, алло. Включи влево поворот у тебя сейчас. Уступи влево, там, а не вправо ты сейчас будешь. Там вместе с ним поворачиваешь. Тебя главное. Остановись. Да влево, а не вправо. Тебе влево. Влево. Ку. Ку жми. Ку-ку. Вот. Ку-ку мой мальчик. Ку-ку мой мальчик. Ку-ку. Гол, гол, гол. Поехали, поехали. Шевелись плотно. А, все, поворотники. Проезд не разрешен на многом. Да неужели? Эй! Эй! Перестройся! В левый ряд. Перестройся в левый ряд, падла. Влево перестройся. Влево перестройся! Поворотник он включил. Зачем ты вправо мигаешь? Блин, как много кнопок в этой машине! Откуда все эти рычажки, педальки? Рон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Когда же наши эксперты вышли за пределы проезжей части? Что это? Что это было? Давайте наших экспертов посадим за руль. Все, которые советуют. Да, Архиличиус, давай. Все, ты за рулем. Начинай сначала, сейчас я кое-что отрублю все лишнее. Что ты там отрубил? Там что-то глюкануло. Я не умею. Вот всякие скайпы, торренты. Нет, с ними сложнее. За рулем со включенным скайпом. Я ужасный человек. Мы видим. Не только в играх, но и в машинах. А на что это влияет? Кому нужны эти гребаные поворотники? Я плачу. Почему я вообще случайно пью? А, Серка, как там вас переключать? А, один это повышать, два понижать. Передачи. Можно тройка, четверка. Цвет. Это было весело. Z, Z, Z. Z нажми, Сань. Красава. Подрезал? Ну, неважно. Не выезжайте за пределы проезжей части. Ура, наказали. Наказали. Так он чуть в ДТП не попал. Не, ну смотри, четко, четко едет. На первой, правда, жжет резину. Движок, как говорится. Включен правый поворотник при перестроении. Еще один. Я тоже играл. 75 километров, ну да. Не был включен левый поворотник. Йоу! Воу! Тормоза придумали трусы. О, по крайней мере. Да, говори. Потом садись к такому машину. Вот-вот. Представляешь, как движок у него? Куда тащишь? 75, 76, 70, 80, 80 на поворот. Он на светофор почти успел. Ой, рекорд побил, молодец. Я смог. Я смог. Как он смог это набрать 24 балла, когда максимум был который смог? Да. Почему? Я думал, я король... Не, король здесь вот есть. Почему? Один. Утрись. Да хоть кто-нибудь может 3 звезды получить? Алло, Сань, давай еще одну попытку, потом Максюша. Да мы даже давай. 3 звезды, до конца поедете. А что качать-то? Облако, Скай. Андорка сейчас в чатик скинет. Или нет? Сейчас. Я думаю, они все под геймпад не лезут. А тут сколько кнопок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 кнопок всего лишь. Да. Ну, неплохо, Сань, да, неплохо. Так, и...
Ну да, или тут. Там sky.rar должен лежать. Да, лежит, но он не открывается. Почему? А чё так? А вот фиг его знает, чё так. Так. Ну пришли почту, давай на почту скинем тебе. А, у тебя антивирус, кстати, очень жесткий. Сейчас в этом ставят. Да не. Из правого ряда, Сань. Направо и с правого ряда. Сидел. А, ну, вот файлик. Да-да-да. Напрямую файл. Красиво. Дерзко, правда, но красиво. О! И первый жжем. Жжем первый по полной программе. Забыл переключить. Надо выключить эту кнопку, чтобы в консоль не попало. Так. Тихо. Спокойно. 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 Изи. 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 Ха! Стоп! Грейт. Все. Камон. Камон. Хочу. Хочу. Я не вижу. Чего ты не видишь? Какой цвет? Да. Нафига так близко подъезжал? А, вижу. Все, погнал, погнал, погнал! В левый ряд, в левый ряд! Ближний свет не включил. Ты не включил свет фар. Почему? Мои минашки нужны. Мне все видно. Налево сейчас, поворотник! Ты навигатор-то слушаешь, что тебе говорят. Нет, я не слышу. Через 500 метров поверните направо. Не выезжайте за пределы проезжей. Заткнись, не выезжай. Моя дорога, мои правила. My road, my rules. Через 20 метров у вас нагонит полиция. Пожалуйста, обращайтесь на правила внимание. Какой ты гейский навигатор, алё. Что такое? Ну, 50. Снизьте скорость. По счёт в жопу. Твою мать! Чтобы понимать. Так. Направо. Направо. Так, надо подумать, остановился. Фары выключил. Нет. За фары снимает баллы. Он притормозил через это переходом, все нормально. Стоит ли поворачивать? Да, с учетом, что-то только направо. Так, тихо. Слушай, а неплохо едет, смотри, всего 3 ошибки из 20. Снизьте скорость. Есть шанс. Да не торопись ты еще до поворота. Километр 2. Да блин, кто там Е нажимает? Балуйте. Завязывайте. Снизьте скорость. А кто газует, а? Так. Поворачивать надо по круговой. Опа! Вот так тебе, обломись. Знай, кто тут хозяин. Да, мне насрать, что ты на главной. Я тут выезжаю. Видишь, у меня на крыше умничка. Не выезжайте за пределы проезжей части. Удачник, да, удачник. Направо. Так, хватит там кнопки проверять, алло. Не был включен правый поворотник при выезде с кольца. Блин, забыл поворотник. А, еще один без поворотников. Они их ненавидят, алло. Вот встретитесь мне на дороге. Они вообще ничего не делают, да? Налево сейчас! Налево. Свет фар включил. Не с той полосы. Проезд в неразрешенном направлении. А-а-а! Включен правый поворотник при перестроении. Через 5 свистков вам крепец. Свистков. Снизьте скорость. Снизи скорость. Куда ты летишь? Какой летел, еле тащится, блин. Вот. Стой, припаркуйся справа. Куда ты? Справа паркуйся. О!
вах. Ладно. Скажи. Двигатель, телефон. Глуши. Двигатель. Алло. Алло. Заглуши, бензин тратишь. А, ручник. Ручник и отстегнись. О, да, да. Ручник поставь. Это я ему сделал. Ручник, ё-моё. Это я ему сделал, чтобы не мучился. Нафиг. Две звезды. Анторка, сколько у тебя было ошибок? То же самое. А, ну это, у меня было 4 оставалось. У него 5. Да. Блин. Ну, у вас в сумме получается... Ну, да-да-да, пока вы не побили рекорд. Пока 5. Так, из нашей команды Димон вообще не доехал. Ну, я сейчас тогда попробую. Максюш, ты когда готов будешь? Сейчас я проверяю. Так, пара есть? Есть. Так, не надо проверять на мне. Дайте я доеду по бырику. Да отстань ты, а! А что здесь запускать? Start.bat. Понял, но это после тебя уже получается, так? Да-да-да, сейчас. Мне дадут выехать. Я сейчас подключаю вас, алло. Читеры. Так, я сейчас тогда один сейчас поеду. Хитрые собрались тут. Женька, ты подебалуешься. Да кто-то баловался там. Придется задержку смотреть. Поэтому я и отключился, потому что тут баловался. Ну, понятно дело. Так, ну блин, к серке точно тоже не все. Да я набаловались, мне свет выключили, я выехал с выключенным светом. Тебе перестраиваться? Нет, не здесь, дальше снова. Эх, какая козлина! А, это глюк вот этот. На бок переворачивает, как у Димона было тогда, помните? Да, ну глюк этот. Так, все, с нуля. Из машины, чтобы по хардкору. Поехали. Покажи выше пилотаж. Поехал уже, хлеба купи. Вот там катается. Пиши ВКонтакте, что нужно взять сразу. Попивай корешку. А Сергей покажет класс, как правильно припарковаться в том магазине. Ага. Если выскочить нужно. Большое ветряное стекло, влетаешь прям. Ну куда ты лезешь, алло? Еще мне сигналит. Вот я справа, вот видели, из второго ряда он пытался повернуть направо. Ага, там КамАЗ. Ага, вы представь. Поверни. Мастера, блин. Не, мне понравилось, на перекрестке, короче. Этот передо мной пролетел, и я так бежу, ровненько, все, никто. Смотри! Ты видел этого хамо? Вообще нереально! Такая говняха! Что-то их никто не это самое там не сидит, не говорит, ты там то нарушит, то нарушит. Эй, не смей арбузом мыть!
Ну нормально, он у нас в светофоре только зеленый был. Не, ну все равно Серг, смотри. Я перестрою. А надо было прямо проехать и потом чуть вот. Какие арбузы, мой лед, Тонь? Ну, выбираю. Или огурцы, вот там арбуз, что из питьевого крана руки моем. У нас до сих пор электричества нету. Как в начале солянки отключили, до сих пор вот нет электричества. Не, ну я согласен, Серега, со второго раза, но более-менее нормально. Да, красава, вообще респект, кстати. Но все равно на права учиться не буду. Народ, наверное, думает, если нет электричества, то почему все работает, и клип вообще идет, да я просто тут динамо кручу. Я педали у меня внизу, это самое, по поводу права. Динамо. Динамо. Велосипедик. Машинка Зинглер. Крути педали, пока не дали. Не забудь поворотник вправо. Конечно, поворачивают они жестко. А, можно посмотреть налево, направо. Блин, чувак! А притормозить, не? Так, и последняя попытка у меня. Я сверху сейчас буду ехать. Сережка в ДТП попал. Верьте ему, он все время нарушает жизнь. Я не видим. Так, вы что, все против меня, что ли? Ржут они даже. Да, короче, один отвечает за поворотники, другой за поворотники налево направо, другой за газ тормоз, третий за тормоз. Я единственный с действующими правами, остальные стебутся. Нет, Танька тоже есть права. Она та еще рулила. Я могу несколько фоток прислать, где она за рулем, и там написано штраф, превышение скорости. Знаешь, права есть, это обязанность. Да хватит прям. Превышение это не то самое, это не порог, не грех. Увеличьте дистанцию. Я просто уходила на скорость от таких, которые вот здесь сейчас показывают свои. Проезд нормально крайнего вправо будет. А, у меня, блин, нейтралка, я думаю, что он не тормозит. Так, ну у меня пока 16. Погнали. Не увлекайся, привыкнешь вот так управлять автомобилем. Сидишь. Одной левой, а я и так одной левой. За руки будешь искать, где кнопочки, где Q, а где Е. Я с клавиатуры ездить буду. Ты поржут. Я нажал на Q и E, а поворотники не включились. На руле на педали кнопки приклеим от клавиатуры. Ну а почему бы и нет? Машина будущего. Машина будущего с клавиатуры, что вы хотите? Отвали! Держи дистанцию, сигналит он мне тут. А вообще можно ездить без заднего стекла. Потому что кто сзади, тот и виноват. Соблюдал дистанцию. Как считаешь, Сергей? Ну да, да, все верно, правильно. Не отвлекайте Сергея. Да я уже привык одной рукой. Кстати, крайне удобно одной рукой это делать. Там. Причем ты даже уже определился какой. Трех. А после тебя пускай Танька садится. Таня, о! Здесь Саня сказал, давай ты после меня. Так, главное дорогу уступи. Когда ты баранку сюда прилепишь, я тогда сяду. А вот эти кнопочки. Не-не-не-не-не-не, давай, этаж. Говорят, не отнекивайся. Даже я участвовал, представляешь, на что успели не выжил. Я скорее прямо сейчас в дом заеду на автомобиле и буду... Ездил тут один по подъездам. Давай пойдем с нами. Я не конкурирую. Да, да. Не пустили в подъезд. Не пустили, говорят, не поместился. Надо было на мотоцикле. В подъезде. Сегодня иду по улице, наблюдаю картину. Такие полные, короче, мама с папой идут. А перед ними едет девочка на гироскутере. Вся худая, с чупа-чупсом во рту. И с полным отсутствием вообще мозга. Да-да-да, взгляд такой отрешенный. А, катается. Вот, Сай, что за быдло, а?
Еще по тормозам треснул. Вот в рот жопе ноги. Это этот его, подставишь его. Там братки едут. Кстати, Серка... Догоняй, подрезай. А нифига его не догонишь. Он быстрее едет, чем разрешено. Смотри, я ехал 60, и все равно догнать его не могу. Серег. Да, я здесь. Обращал внимание, это в последнее время проблемы с Windows 7. Нет, не было. Либо когда пытаешься установить, либо вообще, короче, винда сам по себе начинает тупить и тормозить. Не, у меня все плавненько. Значит, в последнее время вот уже недели три, короче, проблемы у клиента. Не был включен правый поворотник при перестроении. О, кто-то отвалился из скайпа. Не был включен правый поворот. С учетом того, что я его включил. Это ты так думаешь? Прям в самом конце. Ну ты гений. Доехал, у меня 13 баллов. На парковке. В парковке ты попал? Да, я впечатался. Блин, Максюш, давай покажи ты класс хотя бы, алё. Подожди, там же не написано, что ДТП это то, что мы думаем ДТП. А может быть это длительный творческий постой? Да. Не знаю, что еще. Дееспособность тупой... ТПшки, да? Дееспособность ТПшки. Максюш, давай, ты у руля. Ты бог. Запускай старт. Точка бат. Запустил. Так, что на экране? На экране машинка. Ну, круто. Приборную доску вижу. Блин, прогресс прям на лицо, ё-моё. Давай, жми. Что дальше жать? Фары у нас Z. Фары Z, стояночный тормоз X. C это... Тихо. Сань, не мешай. А что кто, кто за меня там? Я вообще не трогаю ничего, я даже из облака выкинул давно уже. Ну и кто-то за меня рулит, не знаю. А как? За рулем манекен сидит. Там когда вид переключаешь, видно, кто сидит за рулем. Ну, нажми циферку 1, а потом W. Да, 2 оппонента. Сейчас посмотрю второй айпишник. Лезут, блин, тут всякие. Просто в монеты нет смысла сесть в скайп, потому что я еще и рестримлю ВКонтакте. Давай! Что ты у руля? Сейчас я отключу, как было иначе. До этого. На стрелочке же газователь или что? Нет, не на стрелочке. WS1, у тебя двигатель надо завести и переключи передачу единичкой. Один. Вот. Свет включи. Z нажми. Да жму, жму. О, жму, жму. Ну затронулись, что ли? Вот, все, вот, блин, правда. Это глюк, это можно решить, все в порядке. Михаси, это Михаси, дайте порулить Михаси, хочет это самое. Нет, давай Максюш, а потом Михаси. Михаси. Да, Михаси. Да. Угу. А это что, все за тебя, что ли? Не, Михаси, нет. Пусть стараются, не переживай, потом кто победит, приедет к нам, сядет за наш руль. Нет, не, здесь нет таких. Я не могу тронуть. Ты доверил мне? А, во-первых, у тебя стоит ручник, во-вторых, двигатель не заведен, это буква F английская. И в-третьих, ты вообще не пристегнут, то есть... В-третьих, у тебя даже прав нету, ё-моё. Вообще, во-первых, я же говорю, что мы дадим ему выехать. Ну, зато я поворотник. Сядет за руль. Да, поворотник, ты молодец, все, вот. Главное правило в жизни. Поворот не включил, да, все, задание на сегодня выполнили. Как пристегнуться?
ZXC. 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 Z. Свет. Язык какой тебе? Украинский? Или русский? Активное окно какое? А, нет, стоп, у меня на английском стоит сейчас. Английский должен быть. Все, поехали. ZXC. Не работает. А окно активное? Окно должно быть активное. Ну так активное вроде бы. Ну попробуй его вправо повернуть. Ничего не поворачивает. Вот тогда двигался, сейчас нет. Перезапусти окошко. Серый. Блин, у меня даже курсор не активен. Что делать? А, нажать Е, Ё английскую. Ой, русскую. Ё английскую. Нажми Ю английскую. Всё, вот кто-то завёл тебе машину и с ручника снял. А прикольно было бы, если бы машина издавала звук не бип-бип, а гы-гы. Гы-гы. Одни укурыши на дороге, да? Так, вот, включайте все. Представляешь, как ты такой едешь, да, тебе сзади так гы-гы. У меня теперь мелькает монитор. Кстати, Серка, а у тебя на машине на заднем стекле нет наклейки «Солянка»? Когда-то... Нет, нету. У меня вообще наклейки таких нету. А, Макс, когда ты один раз нажимаешь, мышка освобождается у тебя. И все. Вот для этого я попросил тебя нажать. Ну, почему не работает? Я не могу управлять. Я тебе говорю, закрой это окно, потом заново подключись через старт. А, все, понял. За место фафа, гы-гы. Как сигналить? Буква О или Ша русская? О-О! Ха-ха. Чё-то красные буковки меня расстраивают. О, кто-то зеркала ещё включил, круто. Михася по клавиатуре бегает. Да, кстати, даже так лучше видно. Ориентироваться можно. Да, да, да. Сигналить. Так, ну, Макс, давай, что там? Так, чемпион. Получается? Нет. Ну, кнопки никакие не нажимаются. Поворотник ты нажимаешь? Нет. Так, еще раз подключись, потому что, блин, Михаси не даст поиграть, сейчас закончим тогда играть. Подключись еще раз. Не, ну зато смотри, он ни одного правила не нарушил. Да, правда, он никуда не приехал. Я просто посидел там. Главное, не нарушил. Так, проверяй кнопки. Так, ну. Z. Ничего. X. Все работает, X, или это опять C. Не ты? Ну вот, дергаешь не ручник. Я. А, стоп. Дёр. Главное передернуть. Я не... А, вот сейчас сработало. Да ну, чё так сложно-то? Макс такой, да ну, чё так сложно-то всё? Эти не в НФС-ку играть, блин, нажал вперёд. Да оно не едет, вот. Так ты машину заведи сначала. Привык, что на старте у всех машины заведены. На F. P, фа-фа. P английская. Жму F. Так. Не работает. Жми еще раз. Да не ООО. Если сильнее нажмешь, тем лучше заведется. F английская или A русская? Ну так я че я жму. Ну а че ты не жмешь? Не заводится. У меня походу нет управления. Раскладка английская стоит? Да.
Тогда не знаю. Ладно, Межган, ну, давай, да, езжай, блин, ё-моё. Давайте вместе Михаса меня. Катается. Сейчас Михаса, короче, возьмет и всем укажет 20 из 20. Главное, остальное все работает. Ну, консоль, в смысле, а управление не дается, чёрт. Он сразу на третьей машине. Да. Ну, по крайней мере, не надо уже сильно газовать. А, только третья скорость, почему включена? Так он с третьей. Он не особо как бы торопится. Четвертая, вот это наш предел. Не, пятая, это не предел. Бесконечность не предел. Да-да-да. Казена, конечно, этот со встречки, не со встречки, это перпендикулярной дороги выехал. Повернул, и так встал, и потом только поехал. Подумал. Ага. Спасибо, конечно, за реакцию такую. А может, я зря себя повернул. Так. Не забыл я молоко. О! Йо! Двойная сплошная. Выходи из машины. Направление поворота не совпадает с включенным поворотником. Направо ведь поворачивал, а поворотник налево. Потом уже налево поворот. Не, просто поворотником показывает, куда всем остальным надо идти. Ну да, налево, идите все. Давай наливай. Вай-вай-вай-вай. Снизьте скорость. Налево, это наливай. Евротрак симулятор как-то все было намного проще, чем. А там здесь казуалка. Да, так там казуалка, но там же все-таки и тоже учитывается правила дорожного движения, все такое, и поворотники. Вообще там в опциях можно сложность выставить его все там. Не, у меня было в свое время желание купить себе руль. Лучше не проси, чтобы они в опциях тебе выставили сложность. Он выставит. А. И метра проехать не сможешь. Будут либо пешеходы, либо одни водители. Ну, так там, там же ж вроде нет пешеходов. После Андорки там нет пешеходов. Их можно задавить. Не, после меня вот не будет пешеходов. Налево! Навигатор, смотри, куда поехал! Левое плечо. Поворотничек. Две сплошные. Отличную полосу с пересечением разметки. И вот сюда. Классно повернул. Две сплошные. Поворот не совпадает с включенным. А как начинал то хорошо? Да, да. Сережа, лучше расскажи, как ты. Две сплошные пересечения полгода без сплошных. Я уже рассказывал, к сожалению. Ну да, в прошлый раз его. Ну про прошлый раз я сдает. Да, говорят, все, ты сейчас за рулем. Ты следующая. Ага, конечно. Она прям прибежала. Все, Таня следующая, по-любому. А, не, она реально побежала, села в машину и уехала. Сейчас я покажу, да? Вот и все. И ваши все права. Около Срифт. Около. Ого! Реальность дополненная. А там же есть какие-то гоночки с Oculus Rift. Вот смотрел снизьте видео, скорость, где человек играл. Вот Михаси погонять любитель. Да, вообще, гонщик от бога. А? Михаси будет нашим погоняло. Погоняло? Пах. Погоняло. Как колесо погоняло? Лопнуло. В ДТП с воздухом. Ну как так-то? Ну как так-то? Так. А, мы в эту степень не можем пройти, кстати. У вас есть там какая-нибудь кнопка, которая может дать звук? Там коза. Сам коза. Сам коза. Сам коза. Самка за. Я самка. А за что? Короче, все вообще жесткач пошел.
Так, давай закончим рулить, а то урулились все. Урулели. Прям урулели до такой степени.